Всем привет! Стало известно, что совсем скоро актриса снова примерит на себя статус жены. Избранником Татьяны Арнтгольц стал ее коллега по цеху Марк Богатырев. Актер, известный по сериалу «Кухня», поделился деталями предстоящего торжества. Как рассказал сам Марк, свадьба с Татьяной состоится уже совсем скоро. Сейчас пара активно готовится к этому важному мероприятию. Богатырев пообещал, что в ближайшее время расскажет фанатам о том, где и когда состоится церемония бракосочетания. А пока артист не стал оглашать точную дату торжества, как и другие подробности. В свою очередь, сама невеста дополнять информацию о предстоящей свадьбе отказалась. Новость о том, что влюбленные хотят вот-вот пожениться, в марте этого года подтвердил сам Марк Богатырев. Для актера это будет первый брак. Арнтгольц уже была замужем и воспитывает 11-летнюю дочь Машу. О романе этих двух артистов общественность узнала 2 года назад. Богатырев ранее не был женат, но был помолвлен. Известно, что в 2015 году он собирался жениться на своей избраннице по имени Надежда, однако впоследствии передумал. Отношения с Арнтгольц у него завязались на съемках сериала «Наживка для ангела». Первое время влюбленные прятали свои чувства от публики. О том, что у пары роман, стало известно в декабре 2018 года. Тогда Татьяна осмелилась впервые выйти в свет с новым возлюбленным. Уже через полгода после этого она представила избранника своим родителям. Добавим, что Татьяна и Марк не часто делятся в своих социальных сетях совместными фото. Когда эти редкие моменты все же случаются, фанаты артистов отмечают, какая они красивая, прекрасная и очень подходящая друг другу пара. Также поклонники щедро желают любимым актерам счастья, всего самого наилучшего и долгих крепких отношений. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!